Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, и я Вика. Сегодня у меня вот такой вот узор, девчонки, очень красивый, очень. Вот по просьбе подписчицы из Чехии, кстати, так что и чехи меня смотрят. Вот, передаю привет Еве. Так, значит, что прислала она мне свитерочек, вот сейчас я вам покажу, и схемка там к нему была. На каком языке не знаю, схема тоже 3 дня я пыталась в своей голове это все дело сложить, пазлы сопоставить, но по итогу с третьей попытки у меня все получилось, поэтому показываю вам этот узор. Вот смотрите, на акриловых нитках, очень красиво, девчонки, вот сейчас как раз он очень актуален будет, я думаю, да, я уверена. Вот, и вот он на мохере, тоже безумно нежный, красивый, ажурненький, смотрите. Вот, единственное, что хочу сказать, девчонки, не начинайте вязать изделия, пока не свяжете на образцы и не попробуйте, потому что у вас должно, как бы, сама система вот этого вот зигзага, да, и накидов уложиться в голове, чтобы потом не путаться. По некоторым нюансам, как бы советам, чтобы потом делать сокращения и вот это не упасть, как бы не выпасть из узора, я вам буду по ходу говорить. Поэтому видео будет не коротким, я пройдусь по каждому ряду, и лицевой, и изнаночный, потому что здесь разница в лицевом и изнаночном рядах. Вот, поэтому вот она, схема, можете заскринить, либо, опять же, я выложу в Инстаграм, ВКонтакт и в Фейсбук группу. Вот. Что еще хотела сказать, прежде чем начать? Ну, в принципе, все. Я буду вам рассказывать, как бы, вот пустые здесь места. И мы пройдем 12 рядов и свяжем 2 раппорта все-таки, чтобы было вам виднее. Здесь у меня их 1, 2, 3, 4, 5, 6. А мы свяжем вот так вот 2 раппорта. И вверх 1 раппорт. В ширину 2, а вверх 1 всего. Значит, что хочу и в чем нюанс? Вот смотрите, у меня здесь 9 петель, на самом деле у нас здесь 8 петель, потому что 9 как бы по первому ряду считается, но здесь одна петля лишняя, потому что вот это вот окно, это пропуск, здесь ничего нет. То есть у нас 2 накида в лицевом ряду, а сокращение 1, а вторую петлю мы сокращаем в изнаночном ряду, и все петли у нас выравниваются на 8 петель. То есть для образца я набираю, у нас 9, 1 накид лишний, как бы, получается по итогу. Значит, я набираю 16 и 2 петли кромочные, 18 петель, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Отлично. Так, теперь вяжем. Вяжем по схеме. Топаем. Итак, первую кромочную снимаем. Далее накид и скрученная лицевая петля. Вот так вот я ее перекручиваю. Далее будет чуть по-другому. Это просто набранные петли. Накид. 2 петли вместе, лицевой с уклоном влево. Далее 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот он у нас есть, один раппорт. Далее снова накид, скрученная лицевая петля. Накид, 2 петли вместе, лицевой с уклоном вправо. И 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Все, последняя кромочная, 2 раппорта. Далее второй изнаночный ряд. Здесь у нас 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Здесь, видите, пробел, пустое место. И далее у нас идет 2 петли вместе с изнаночной. Здесь, видите, я как бы надпись, но они не очень. 2 петли вместе лицевой, 2 петли вместе изнаночной. Вот, а здесь обозначение. Значит, здесь у меня идут 2 петли вместе изнаночной с уклоном вправо. Это значит, что мы меняем местами. Вторая у нас идет за работой. Первая перед работой.
возвращаем, то есть вторая поверх первой по лицу получается. Вот у нас непрерывная там косичка, 2 петли вместе изнаночные, и далее 3 изнаночные, 1 2 3, и снова 4 изнаночные, 1 2 3 4. По итогу у нас цельных здесь 7 изнаночных. Если это вязать как бы в полотне, то у нас 7 изнаночных и 2 петли вместе с уклоном вправо. Вот видите, она уклоняется у нас вправо, эта петля, и 3 изнаночных. Так, есть третий ряд, то же самое. Накид, скрученная лицевая. Вот видите, я ее поворачиваю и провязываю лицевую. Накид, 2 лицевые, 2 петли вместе лицевой с уклоном влево. Видите, у нас идет здесь непрерывная. Так, далее что у нас? 3 лицевые, 2, 3. Раппорт закончен, 1. Накид, скрученная лицевая, накид, 2 лицевые, 2 петли вместе лицевой, 3 лицевые и изнаночная, кромочная. Вот. Здесь уже хорошо видно, пошло у нас влево вот этот зигзаг, который у нас будет, и зигзаг будет из накидов. Так, четвертый ряд, 2 изнаночные, 2 петли вместе изнаночной с уклоном вправо. На самом деле он уклон вправо у нас только в изнаночном ряду, а в лицевом ряду это все так же влево он уходит у нас. Далее 5 изнаночных, 1 2 3 4 5. Ну и опять следующий раппорт, 6 и 7, то есть в 2 петли, да, мы видим, вот 4 ряд, 2 петли, то есть всего 7. Если вяжете большое полотно, то у вас получается 2 вместе, и между ними 7, 2 вместе, и между ними 7. Вот, это для упрощения узора, вот такие вот мои заметки, я еще вам буду говорить, те, которые, и 5 изнаночных, 2, 3, 4, 5, и 1 изнаночная. Далее пятый ряд. Здесь у нас один накид уже уходит сюда сзади, но это только в начале ряда. Значит, здесь у нас скрученная лицевая, далее накид и 4 лицевые, 1 2 3 4, 2 петли вместе лицевой с уклоном влево. Здесь уже остается одна, видите, мы ее сократим в изнанке, и мы в принципе пришли до накида. Так, 1 лицевая, накид, скрученная лицевая, накид, 4 лицевые, 2 петли вместе с лицевой с уклоном влево, 1 лицевая, и вот тот накид, которого у нас уже нет здесь в начале. Шестой ряд, изнаночная, 2 петли вместе изнаночной с уклоном вправо, 7 изнаночных, 1 2 3 4 5 6 7, 2 петли вместе с уклоном вправо и 6 изнаночных, 1 2 3 3 4 5 6. То есть из раппорта 1 у нас здесь, 6 здесь, здесь между ними 7. То есть всегда в изнанке у нас будет 2 вместе, неважно где они, в зависимости от того, как бы находятся от вот этих вот петель, ну, расположение накида, и между ними 7 изнаночных. Так, седьмой ряд, 5 лицевых, мы уже переходим на вторую как бы часть раппорта, 3 4 5. Теперь вот смотрите, теперь у нас мы здесь подошли до накидов, да, вот этими двумя вместе. Теперь мы уходим этой петлей как бы ведущей сюда в зигзаг. У нас здесь зигзаг, видите, вот оно так непрерывно и уходит, ходит туда-сюда, туда-сюда. То же самое с этими накидами. Значит, здесь мы поворачиваем 2 петли вместе, теперь лицевой у нас с уклоном вправо идет.
Далее накид, скрученная лицевая, накид, и далее снова 5 лицевых, 2 петли вместе с уклоном вправо, накид, скрученная лицевая, накид. Так, 8-й ряд, 3 изнаночные. Здесь уже нам поворачивать ничего не нужно. Здесь мы вяжем 2 петли вместе с изнаночной с уклоном влево. Вот. Если мы поворачиваем в лицевом ряду, то в изнаночном мы просто провязываем. Если просто провязываем в лицевом ряду, то в изнаночной мы меняем местами. Вот такая вот система. 7 изнаночных. То есть это 3 в конце. Вот. И 3 в, и 4 в начале. 2 вместе изнаночной. Вот они, 3 в начале, а 4 в конце. Я не оттуда начала. 1, 2, 3, 4. Считать начала неоткуда. Так, 9-й ряд. 3 лицевые. 1, 2, 3. Далее уже все хорошо видно. 2 петли вместе лицевой с уклоном вправо. Теперь же, девчонки, вот здесь вот я попутала и пошла делать накиды сюда. Вот, вот обратите внимание, здесь у нас в первой половине у нас накиды, вот одна петля лицевая, которая у нас длится, и накид приклеен как бы к ней. Теперь же мы клеим этот накид. Здесь мы провязываем 2 лицевые. И тут мы клеим уже под этой вот лицевой, то есть в эту сторону мы уходим как бы накидами. Значит, накид, 2 лицевые, накид, скрученная петля, накид. Вот эта петля у нас, на нее будет прикреплена эта череда накидов. 3 лицевые, 2 петли вместе с уклоном вправо. И... Ой, 2 лицевые, что-то запуталось. 2 лицевые, накид, скрученная лицевая, накид. Забыла, потерялась, где я нахожусь. 9-й ряд это был. 10-й ряд. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночные вместе с уклоном влево. 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 2 изнаночные с уклоном влево, 2 изнаночные и 1 изнаночная. Вот 11-й ряд. Теперь мы накид переносим в эту сторону. В первой половине мы его перенесли сюда. Теперь мы отсюда переносим сюда. Накид, 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой с уклоном вправо. Так, сколько у нас тут? 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, скрученная лицевая, накид. 1 лицевая. 2 петли вместе лицевой с уклоном вправо. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. Скрученная лицевая, в конце накид не делаем, потому что мы его сюда перенесли. Так, и последний изнаночный ряд, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 петли вместе изнаночной, 7 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 вместе изнаночной, и 1 изнаночная, и кромочная. Все, девчонки, раппорт у нас готов. Вот смотрите, видите, вот этот уже выполненный один зигзаг, вот так вот. Далее как бы второй у нас начинается, вот. И зигзагами идут, но они встречаются, видите, вот таким вот образом расходятся и встречаются сокращения и дырочки.
Вот. И по итогу получается вот такая вот красота. Красотейшая. Прям красиво очень. И на махер красиво, везде красиво. Все, девчоночки, на сегодня все. Я с вами быстренько прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. Вяжите классный, очень классный, необычный узорчик. Не заезженный, во всяком случае. Все, всем пока.